Thank you.
давай я тебе дам, чтобы тебя там нет.
Thank you.
У меня платье есть, я не поехала, потому что мне через эти бортики приходится каждый раз перепрыгивать, когда расстановка. Правильный президент нашего НКП. Выставка.
Да. Молодец. Так, главное его, чтобы это во всех проектах, советов, пожалуйста, только его. Больше никого не захотел. Да я шучу. Собаки у этой сейчас на спинку вот так ляжут. А где стенд с Невретом? А? А где этот стенд с Невретом? Ребята, 13-й зал. Как вот типа с той стороны центральной подходишь. Вот так вошли, и вот и видишь с левой стороны. Я это уже... Они хоть бы между собой договаривались. Я уже устал, это всем рассказывал. Причем конечно, даже члены НКП об этом как будто все они подходят, спрашивают. А где ваш стенд? Надо на Фейсбуке написать, где стенд. А я мы забыли. Не догнала. Да ладно уже, тут они все равно. А вы если что, попросить кого-нибудь там, Ирину или... Да кто сейчас в Фейсбук влазит? Ну да. Чай, я кофе, шоу, программа. Я думаю, надо будет пройти цыгане, и медведи. Рассказать про цыган. Да шучу, не ори. Потому что меня тоже часто спрашивают про стенд. Ну и рассказывай. Ну и я рассказываю. Да я тоже, я уже, это, у меня язык уже... Так. Не цыгане и медведи, а редкие итальянцы. Итальянская собака. Выставка? Стенд твой. А выставка? Выставка, мне кажется, она хорошо организована. Согласись, лучше Милане. Ну, то, что просторнее. Вижу я, да, просторнее. Место, место просто экономит. А у нас никто не экономит. У нас русская душа. Россия щедрая душа. А ты думаешь, это все залы? Хорошо, понятно. Там еще два зала больше. Отдельно. То есть раз, два, три, и там еще такие же два. Ну, там проходят эти националки. Здесь трех чемпионат мира, а националки уже в первую. То же самое все. Вот. Парковки, все, ну прелесть. Ни пробок, ну ничего нет, просто идеально. Да. Yeah.
закрытия завтра. До закрытия завтра там будет нет? Да, ну, скорее, да, наверное, будет. Во сколько тут будет? Ой, слушай, я не помню. Ты хочешь пройти? Не знаю, а там свободный вход или как-то? Платный. А платный? Если проходишь, на билет покупаешь? Не, ну, если там что-то это... Марине напиши, я тебе, если будет мне, я тебе сделаю. Бах. Я же, да? Я тебе сделаю. А что, не проблема? Если вы захотите, главное, чтобы я попытаюсь это вам все организовать. Ну, попытаюсь. Ну, а так это стоит копейки. Там вход. Там просто, наверное... Нет, там платишь за вход на выход и плюс 1500 за большой вид. А 5000 стоит VIP с ресторанами, с этим. А сколько? 80 евро. А? Я уже не знаю, сколько евро. Ну, где-то 75. Ой, 7500 это стоит. А это 5000. Но это VIP трибуна, мягкие сиденья. По центру, все дела, бля-бля-бля. 5000. Ну, билет продают. Да, и там кушать, и пить тебе, и все удовольствия. Куда? Ну, я пойду, у меня это... Понятно, сейчас я... Тоже пойдет, у нее приглашение есть. У нее приглашение есть. Такое я только одно говорю. А есть просто трибуна на большой рынке? Там цены дешевле. Ну вот я, которую тебе могу сделать. Потому что приглашение раздает только сам президент. Там. Там все судьи будут, там все, ну, VIP все. Я считаю, что...
такий фото, хоча ми фото такий фото. Thank you.
Она какой-то помнит там. Кому вас послать, что кто, скорее всего, знает это? Я питомник или город, откуда она? Ну, она может кабели выставляла. Закончить с 10 утра, да? Ну, да. По имени я люблю. Хорошо, спасибо. Среди владельцев собак, они в каталоге, как правило, на последних страницах указаны. Либо открываете страницу, где идет малая итальянская борзая, читаете всех подряд. Либо в конце. Ага. Смотрите, там просто. Либретто. Официально это имя не малая итальянская борза, а по-русски это русский бретто. Еще у Рудикова. С мешочком.
была когда ты по сутке бежала. Я
последнюю.